Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Борис Волков, я художник по свету компании Robe. Сегодняшний выпуск посвящен сравнению двух наших приборов, двух наших новинок T1 Profile и Esprit. Но сравнение не для того, чтобы мы выяснили, какой прибор лучше или хуже. Приборы Robe все одинаково прекрасны. А для того, чтобы понять их сходство и различия. Основное сходство заключается в том, что оба этих прожектора со светодиодным источником света. Но только T1 цветной прожектор с мультиспектральным источником, а Esprit черно-белый. У него черный корпус и белый светодиодный модуль. И именно в этом их основное различие. Но все по порядку. Начнем наш обзор с прибора Esprit. Как я уже сказал, у прибора белый светодиодный модуль, мощность его 650 Вт и невероятная яркость 27 тысяч люмен. Мы даем гарантию на источник света 20 тысяч часов. Это примерно 6 лет плотной работы. Тем не менее, источник света стареет, так же, как стареют и художники по свету. Но в отличие от художников по свету, прибору мы можем подарить вторую молодость, поменяв светодиодный модуль. У этого прибора одна из потрясающих особенностей – это заменяемый светодиодный модуль, который был разработан, создан и запатентован на нашей фабрике в Чехии. Для того, чтобы его поменять, не нужно быть инженером. Он меняется легко, просто и недорого. Это примерно как поменять перегоревшую лампочку. Таким образом, инвестиция в этот прибор становится еще более привлекательной. А теперь давайте рассмотрим функционал этого прибора. Сейчас вы видите его открытый белый луч. Зум от 5,5 до 50 градусов. Регулировка световой температуры, конечно же, линейная. Прибор имеет синтез света CMY. Сейчас вы видите ровную, бесшовную смену цветов. Набор гоба. 9 статичных гоба. И 7 ротационных. Прибор имеет анимационное колесо. Призму. Прибор профильный. И сейчас мы посмотрим, как работают его профилирующие шторки. Каждый из четырех шторок управляется отдельно, и сам модуль имеет возможность вращения на плюс-минус 60 градусов. Прибор имеет два колеса цвета по 5 цветов на каждом из колес. Я вижу использование этого прибора в больших шоу, на больших площадках, в крупных и средних прокатных компаниях, везде, где требуется прекрасная яркость и большой набор функциональных возможностей. И, конечно, одна из самых потрясающих особенностей этого прибора – это сменный светодиодный модуль. А теперь переходим к следующему прибору – T1 Profile. Пожалуй, название этого прибора можно перевести так, что только один прибор вам понадобится в театре, туринге и на телевидении. Прибор имеет мультиспектральный LED-источник мощностью 550 Вт
световой поток свыше 10 тысяч люмен и CRI, Color Rendering Index, свыше 90. В приборе реализовано ряд революционных инновационных решений. Это сверхплавное демирование, стабилизация движения, подавление мерцания и многое другое, о чем мы поговорим более подробно чуть позже. Но меньше слов и больше дела. Пора включить прибор. Итак, это открытый белый луч прибора. У прибора 5 цветов R, G, B, Amber, Light Green. И сейчас вы видите, как меняется группа этих цветов. Белый получается из сложения этих 5 цветов вместе. Белой группы отдельной тут нет. Прибор профильный, он так и называется, T1 Profile. И сейчас вы видите, как у него работают шторки. 4 индивидуально управляемые шторки и возможность вращения кэшетирующего модуля на плюс-минус 60 градусов. Прибор имеет 7 ротационных гоба. Анимационное колесо. Можно делать очень интересные эффекты проекции. Разумеется, есть возможность линейной регулировки цветовой температуры. И зум прибора от 7 до 49 градусов. В самом начале выпуска я сказал, что эти приборы имеют принципиально различную систему цветосмешения. Давайте начнем с аддитивной. Светодиодные приборы, как правило, работают именно на такой системе цветосмешения. Что она из себя представляет? Мы меняем тон, меняем цвет, регулируя три основных цвета R, G, B. В теории, если мы включим все три цвета на 100%, мы должны получить чистый белый цвет. Но практикующие художники по свету знают, что чистый белый мы не получим, мы получим грязно-розовый. Именно поэтому все производители, и мы в том числе, добавляем еще четвертую группу, как минимум. Получается RGB White. А для тех, кто любит погорячее, есть вариант RGB Amber. Такой принцип цветосмешения основывается на том, что мы добавляем один тон к другому. И он называется аддитивным от английского слова add – добавлять. В приборе T1 Profile не три цвета, а пять. Таким образом, цветосмешение становится абсолютно безукоризненным. Теперь перейдем к другому принципу – субтрактивному. Здесь цветосмешение основано с точностью до наоборот. Если нам нужно получить голубой оттенок, мы ставим сановый дихроичный фильтр, обрезаем спектр, на выходе получаем светло-голубой оттенок. Если мы туда добавим еще мадженту, то получим темно-синий цвет, то, что мы называем Blue Congo. А если мы туда еще и yellow добавим, то мы полностью обрежем спектр, и у нас свет уже никакой вылетать не будет. Так вот, именно такое цветосмешение у прибора Esprit. Как правило, такой принцип цветосмешения у приборов с газоразрядной лампой, но вот у нас есть модель Esprit, у которой субтрактивный синтез с белым светодиодным источником. Называется он субтрактивным от английского слова subtract – вычитать. Для более удобного сравнения характеристик этих двух приборов, Esprit и T1 Profile, я создал вот такую таблицу. Сейчас мы рассмотрим их сходство и различия. Источник света Esprit – белый заменяемый модуль, 650 Вт мощность, а у T1 Profile – мультиспектральный светодиодный источник. Вы помните, я вам говорил, что 5 цветов, мощность 550 Вт. Это их принципиальное различие, фундаментальное, я бы сказал. Esprit значительно ярче, 27 тысяч люмен, T1 Profile
свыше 10 тысяч люмен. Угол раскрытия Esprit 5,5-50, Tiwan Profile от 7 до 49, ну, примерно соизмеримый. Индекс цветопередачи у Esprit можно переключать 70-80-90, у Tiwan Profile свыше 90. Регулировка световой температуры у Esprit от 3000 до 6700 Кельвин и у Tiwan Profile от 2700 до 8000 Кельвин. Гарантия, ну, как правило, это наша стандартная гарантия, 20 тысяч часов у того и у другого прибора. Ну, вот по цвету, конечно, уже здесь идут различия серьезные. У Esprit синтез цвета CMY, я только что рассказывал, субтрактивный синтез. Есть два колеса цвета по 5 цветов. А у Tiwan Profile есть наши запатентованные технологии, откалиброванные цвета Robo Color Calibration и Data Swatch. То есть это предустановленные 237 цветов и оттенков. Это очень удобно. Демирование сверхплавное с разрешением 18 бит и у одного, и у другого прибора. Есть система подавления мерцания и у Esprit, и у Tiwan Profile. Это тоже наша запатентованная технология, которая позволяет снимать на камеры высокого и ультравысокого качества. Фрост у прибора Esprit 1 градус и 5 градусов, у Tiwan Profile 0,5 и 10 градусов. Есть различия по ГОБА. У Esprit два колеса ГОБА, 7 вращающихся, 9 статичных. У Tiwan Profile только одно колесо ГОБА с 7 вращающимися ГОБА. Шторки совпадают и у Esprit, и у Tiwan Profile. 4 шторки и вращение у того и у другого на плюс-минус 60 градусов всего кашетирующего модуля. Колесо анимации совпадает. Призма также совпадает. Система стабилизации движения есть у одного и у другого. Это еще одна наша запатентованная технология, которая позволяет двигаться прибору ровно, без дрожания. Это очень важно. И габариты, вес приборов также соизмерим. Esprit чуть тяжелее. Так что, друзья, выбор за вами. В моем проекте «Трепанация головы» новый выпуск был посвящен как раз прибору Tiwan Profile. Посмотрев выпуск, вы узнаете еще больше о приборе и взглянете на него изнутри. Надеюсь, что вы сегодня узнали что-то новое и интересное для себя. Спасибо за внимание и до новых встреч!